Далее в программе «Народная новость». Накануне в телекомпанию вновь обратились с просьбой помочь. На пешеходном переходе напротив кинотеатра «Родина» неизвестные сломали кнопку вызова на светофоре. Пешеходам приходилось либо пересекать проезжую часть на красный сигнал, при этом рискуя собственным здоровьем, либо ждать, пока кнопку нажмут люди на другой стороне дороги. В последнее время участились случаи вандализма или хулиганства на пешеходных вызовных устройствах, которые выражаются в том, что неизвестные люди выламывают кнопки, разбивают коробки, доводят оборудование вот до такого состояния. Устройство сломали во вторник после обеда, а уже утром следующего дня кнопка работала в обычном режиме. Сообщить о неполадках светофорных объектов граждане могут по телефону 614-200.